Всем привет! Меня зовут Лена. Добро пожаловать на мой канал. Мы тут в гости приехали. Раньше времени приехали. Решила вам показать. У нас вот такой домик. Построили этот дом по переселению. Получается, людей как с бараков. Сюда они должны переселиться. И вот детскую площадку им поставили. Вот, получается, заасфальтировали. Вот. И на эту дорогу. И взяли еще бордюр поставили. А вот нельзя было и к тому дому заасфальтировать. Потому что вот эти дома, они, чтобы выехать, они делают вот такой круг. Вот они, получается, оттуда выезжают машины. И вот отсюда. Потом выезжают. И людям приходится, вот сейчас идет бабулька, по такой вот грязи идти на остановку. Получается, как сделали они? Они возле дома обгородили, а чуть подальше от дома наладили. Ну да, они даже вот эту грязь больше строительные машины и накуролесили-то. У них было по проекту сделать вот дом, к дому въезд и выезд и детскую площадку. И думаем, в какую грязищу нам идти. То есть с этой заасфальтированной вообще нет спуска к тому дому. Ну да, это вот кому что. Мостик какой-то для чего-то, зачем-то по плану. Ну да, кстати, к чему он? Почему нельзя парковку сразу и про дома сделать, да? Даже вот этим домам вообще нет парковки. Ну, такие тут балкончики сделали. Причем это два разных дома. Два разных дома? А, ну да, вот. Один желтоватый, другой оранжевый. Всем привет! Сегодня у меня на канале будет распаковка сайта MyShop. Пришел заказ в двух коробках, и первый раз пришла коробка, когда упакована вот таким скотчем, осторожно, стекло написано. Я, честно, уже и не помню, чтобы я что-то стеклянное заказывала. Тут вот уголок чуть надорван. Это вот так получили мы из Пятерочки. Да, получала опять посылку в Пятерочке. Даже когда перед этим я заказывала с MyShop стеклянные игрушки новогодние, и то не было написано, что осторожно стекло. Ну, естественно, когда распаковка, у меня тут Лёлик начинает игрульки. Вот. Играется там своим слоном. Давайте распакуем и посмотрим, что я заказала в этот раз. Тут очень много, кстати, будет разукрашек всяких разных. И для мальчика, и для девочек. И вот первую разукрашку вот такую заказала. Тоботы вперед. Раскраска с наклейками. Ну, давайте сначала все достанем из коробки, а потом более подробно вам покажу все же, что я заказала. Дипломный проект. Это знакомая попросила заказать дипломный проект, именно чтобы листы были с рамкой вот такой. Обошла весь город она, не нашла нигде, что было в наличии. И на этом сайте я нашла дипломный проект вот такой с листами. В двух расцветках был синий и красный. Такой он, как синий под мрамор. Разливами. А вот, наверное, из-за чего написали, что стекло. Это идет пластик. Наверное, чтобы были аккуратнее. В первой коробке все. Вот тут Лёлик у гостиниц. Что-то эта коробка прям так приятно пахнет. Не пойму только от чего. Этот слегка сладкий аромат. Лёлик еще вот это заказала. Первый раз такой будем ей пробовать давать. Правда, какой-то аромат такой приятный. Не пойму, от чего. Все, коробка пустая. Все, я достала из коробок. Такой маленький заказ. В честь 11.11 были хорошие скидки. И давали промокод, который действовал на список товаров, из которых я тоже тут пару позиций заказала. В итоге мой заказ получался на 5000, но в связи с промокодами и акциями заплатила за весь вот этот заказ я 3900. 1000-1100, тут нормально я сэкономила. Давайте теперь рассмотрим, что я заказала. И, кстати, я поняла, от чего так прикольно пахнет. В коробке вот такой ароматизатор. В автомобиль я заказала ароматизатор воздуха, мешочек с гранулами. Хоть написано бубльгум, но это запах не такой слащавый, но очень, кстати, прикольный. Вот даже не открывая его, то есть, видите, он упакован. В коробке стоял вот именно аромат от этого ароматизатора. Бубльгум, даже инструкция тут. Повесить или положить в удобное место в автомобиле. Классный аромат. Так, и вот эта разукрашка, которая самая первая у нас, лежала в коробке с наклейками.
Я такой мультик не смотрела, но знаю, что есть мультики, и вроде как даже роботы продаются в игрушках, которые называются тоботы. Получается, наклеиваете вот наклеечку сюда, в этот квадратик, и получается такой образец, как разукрашивать картинку. Ну, это я уже показывала, дипломный проект. Заказала маски, забыла, как называется, штурмовик. Блин, нос какой-то, смотрите, поцарапанный. Если заказывать игрушки садовода, то там такие маски, конечно, подешевле. Тут хорошая резиночка. Клей заказала 5 штук. Клей силикатный. Предназначен для склеивания изделий из бумаги и картона. Но также его используют еще для чистки посуды. Там вместе с кальцинированной содой как-то кипятят и чистится посуда. Фирма Хадбор. Хорошие, кстати, упаковочки, плотные флаконы. Так, тут у меня 2 отрывных календаря. Ваш сад и огород взяла и праздники. Один пойдет в подарок для мамы. Ну, как в подарок, просто ей нужен, я ей дам. Замазки во флаконе. Это вот на водной основе. Разбавляется водой. Прямо из-под крана. У меня это что-то как-то... А что он потек? Это нормально доехал. Причем это, кстати, была не упакована в пищевую пленку, а вот эти замазки были упакованы. Хотя закрыто нормально. Перепачкалась, пойду я руки мыть. Помыла я руки, но толку от этого ноль. Ну, хотя бы не такие липкие теперь. Вот, вся перепачкалась. Ну, сейчас покажу вам, что я заказала, а потом, наверное, жидкостью для снятия лака протру руки. Потому что боже, как избавиться от этой жидкости. Я не знаю, почему она липкая, как будто как ПВА снимается пленочка. Давайте вот это откроем, посмотрим. Второй раз заказываю, первый раз заказывала. Так и не пришел в заказ. Это такие подушечки глазированные с начинкой из индейки я выбрала. Хотя там можно выбрать из ягненка, из говядины и так далее. Вот состав, кому интересно. Злаки, продукты растительного происхождения. И такие подушечки для собак. Производитель Россия. Цены буду выставлять на экране, потому что многие спрашивают, сколько стоит все-таки та или иная вещь, которую я показываю. Пакет удобный за счет того, что тут зип-застежка. Ну, естественно, тут вот Лёлик уже прибежал. Вот он. Да сейчас дам. Вол, дай открыть. Самая голодная собака в мире. Вот, иди сюда. Вот, разворачивайся. Вот, все, сиди. Сидеть. Ну, давай лапу, давай лапу. Здравствуй, Лола, здравствуй. Лёля, ты слон, а не собака. Я сказала сидеть, а она потихонечку перемещается ко мне, как будто я не вижу. Иди сюда. Сюда иди. Все, сидеть. Вот она. Сиди. Вот, видите, она перебежками. Иди сюда. Лёль, нет, вот сюда иди. Вот, сидеть. Дай мне открыть упаковку. Не надо мне лапку. Сиди. Ну, пахнет, как и все у собак одинаковые. Вот эти их не лакомства. Размер вот малюсика. Че, жуй? Ну, иди. Лёля, попочку из кадра убери. Здрасте. Вы ее хоть проживали? Опять подсела. Чего, Мося? Рекомендованная норма потребления составляет 10% от суточного рациона животного старше 12 недель. Обеспечить вашему питомцу доступ к свежей питьевой воде. Открытую упаковку хранить не более 7 дней. Фиг разломишь. А, вот. Не,
Все, надо убрать, а то он так и будет рядом со мной сидеть. Так, заказала тетрадки в косую линейку, 12 листов. Они, кстати, были в списке товаров, на которые действовал промокод. Когда на складе остается маленькое количество, скорее всего, MyShop начинает распродавать. Здравствуй, Лола. Лёль, выйди, пожалуйста, из кадра. Уходи. Толстик. 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 Ну, Лёль, села она, тут-то модель-то моя. Давай, давай. Все, он там теперь лежать будет. Нос твой только виден, Лол. Продолжим. Не помню уже, о чем я вам говорила тут. Смысл такой, что тетради и вот этих на складе оставалось немножко, и они на эти тетради давали промокод. И на них действовало там сколько-то процентов скидки. Вот такие хорошие плотные тетради, плотная обложка, белые листы. В косую линию. 5 штучек взяла. Расцветка была там микс. Вот положили 5 зелененьких. Хорошая расцветка, девочкам и мальчикам подойдет. Заказал пластилин опять. Вот такой 8 цветов. Ну, это обычный классический. 12 цветов гамма. Тут просто поменьше грамм в брусочке пластилина. А так цвета такие же. Даже фирма такая же. Но этой серии мультики, а этой серии юный художник. 12 цветов. Кроха. 12 цветов. Восковой пластилин. Ну, такой уже пластилин я вам показывала. Наверное, в каждой распаковке. Взяла 4 пачки. Давайте карандаши посмотрим с вами. 6 цветов взяла каляка-маляка фирма. Обычные шестигранные, еще мягче и ярче. 12 цветов тоже каляка-маляка, но взяла уже трехгранные. Мягкие, яркие карандаши. Эрик Краузе, тоже трехгранные. Хатбер фирма. Эти карандаши, просто разные упаковочки. Шестигранные, эти карандаши. А тут еще я заказала, значит... Вот такие две пачки по 12 цветов, тоже трехгранные Эрик Краузе. И Эрик Краузе пластиковые, 12 цветов, не содержат древесины. Вот эти, конечно, надо посмотреть, пластиковые, а то они, может быть, не такие яркие, кстати. Линеечки 15 сантиметров, на них тоже давали промокоды, как и тетрадки, были по акции. Цвет указан микс, положили 3 фиолетовые линеечки. Но они у вас как-то сиреневые на камере, а в реале они прям темно-фиолетовые. Корректор взяла в виде ленты еще. 3 метра, тут тоже 3 метра. Разница в фирме. Это в пакете, это без пакета. Заказала вот такие две разукрашки. Они были в пищевой пленке. Они, наверное, то, что одинаковые, поэтому их вместе упаковали. Такие для самых маленьких. Детский сад такие берут. Можно и красками разукрашивать, и восковыми мелками. Это собака, познакомьтесь. Здравствуй, Лол. Это ее самая любимая распаковка, да? Заказала тетради. Тетради по ОБЖ. Такие предметные тетради. Тут немножко при изготовлении, наверное, чуть попачкались. Были по акции. Скорее всего, из-за того, что их оставалось мало на складе. Мне кажется, я даже 3 заказывала, а вот положили всего лишь 2. По 48 листов в клетку. Из этой же серии есть и другие тетради. Химия, география, информатика. Да считай все. 3, 4, 5. По 3, это 15 видов даже. Давайте посмотрим, какие. Потому что основные предметы это 12 тетрадей. Это уже когда химия появляется. А, ну тут добавлен, смотрите. Почему 15? Тут идет английский язык. И также иностранный язык. Обычно всегда берут английский. Если вдруг вы изучаете там немецкий или французский. И добавлена тетрадь для сочинений. А, ну вот и ОБЖ плюсом, поэтому 15 тетрадей. Потому что комплект, когда покупаете тетради в одной упаковке, там как-то я заметила, что всего лишь 12 тетрадей. ОБЖ вообще, кстати, очень редко где, в каких магазинах можно найти. Заказала вот такой конверт для денежки с 8 марта. Да, еще далеко до 8 марта, но пока они есть. Пока, кстати, по акции он был. Попался, заказала. Почему бы и нет? Кстати, вообще что-то недорогой. Самый дешевый в нашем городе по 15 рублей видела конверт для денежек. На это надо еще походить и поискать такую цену. Давайте покажу. Заказала Белита для мужчин. Гель после бритья. Смотрите, как мышка как будто компьютерная. Что для нормальной кожи, даже, кстати, и не видела, когда заказывала.
легкое, не содержащее масел средство после бритья, мгновенно впитывается и успокаивает кожу. Рекомендация. Особенно подходит для использования в теплое время года. Применение тут простое. Нанести на кожу после бритья. Производство Белита 100 мл. У меня муж пользуется гелями после бритья, да и для бритья, кстати, тоже гель только использует. Еще, кстати, не все фирмы, в основном Невея или Джилет. Арка не пользуется такими. Ой, ну, аромат мужской. Вот видите, он такой прозрачненький. Ну, давайте сюда. Я и так в замазке, еще и буду мужчиной пахнуть. Кстати, не сильный, не навязчивый, но такой прям сразу чувствуется мужской аромат. Чуть свежестью, когда мужчина выходит с ванной. Вот такой аромат приятный. Заказал вот такой набор масок из серии «Кукла Лол». Вот, как видите, буквально размер моей руки эта маска. То есть это прям для маленького ребенка, так скажем. Надеюсь, они разные. Но почему-то мне кажется, что они одинаковые. Они одинаковые. Зачем 6 одинаковых масок? Я, честно, думала, что они все-таки будут разные все. Ну, ладно. Поехали дальше. Заказала тетради. 3 штуки. Это тетрадь 18 клетка. Только непонятно, почему они 2 упаковали вместе в пищевую пленку, а одна лежала так. Хорошие плотные тетради. Это такой эффект. Это специально сделано. Потертости. Вот, тоже специально сделано. Вот, вот так вот. Тетради в косую. 3 штуки. Листочки, кстати, уже чуть серенькие. И обложка чуть помягче. Ну, как видите, тут у меня немножко изменилось. Я убрала пищевую пленку. И тут мы видим дождик серебристый. 1,5 метра. Взяла именно серебристый. Так как зеленые вот эти все цвета у меня такие есть в магазине, а этого серебристого нету. И заказала вот такую мишуру. Вообще классная. В плане того, что она объемная и не лысая. Так-то. Так, тут даже есть упаковочка такая. Имеет, кстати, мишура запах. Но это без этого никуда. Она изготовлена. Не пойми, с чего эта мишура, кстати. Заказала 3 штуки. На картинке, конечно, не очень было понятно, все-таки какой цвет у этой мишуры. Она темно-темно-зеленая с салатовыми кончиками. Прикольная. Цену пропишу на экране, но дешевле этой цены я в нашем городе не видела, не встречала. Говорят, что в фикс-прайсе бывает тоже дешевая мишура, но в нашем фикс-прайсе вечно нет цен на эту мишуру, а идти узнавать тоже целая проблема. Идешь на кассу, отстоишь очередь, чтобы тебе узнать просто хотя бы цену мишуры. Нафиг надо. Поэтому так. Так, давайте вот это еще. Первый раз заказала синергетик. Эффектное средство от засоров. Подходит для септиков и любых видов труб. Биоразлагаемая. И взяла сразу литр. Также можно было заказать примерно 750 мл, если не ошибаюсь, бутылочка. Но выгоднее заказать сразу литр. И плюс еще на нее была акция. На это средство взяли попробовать. Ну, такое жидкое средство. Интересно, оно очень вонючее. Вот это, конечно, не знаю зачем. Оп. Я выбираю с энергетик. Лучше какой-нибудь промокод тут написали бы. Ну, резкого запаха нету, насколько я поняла. Но у меня еще рука, кстати, пахнет гелем после бритья. Блин, прикольный. Кожа, правда, мягкая такая стала. Перед этим муж пользовался гелем после бритья и всегда брал фирму себе Джилет. Наверное, лет 16-18 точно пользовался только Джилетом. Это вот на днях он заканчивается. И поэтому вот, ну, не знаю, рука такая прям приятная, гладкая, мягкая. Давайте начнем. Значит, разукрашки. Взяла домашние животные. Календарики. 22-й год, естественно. Год тигра. Взяла 2 штуки. На выбор нельзя было. Написан микс. Там около 4 вариантов было календарей. Ну, все с тиграми. Получается, 31 декабря 2021 год будет пятница. Вот такой календарик. Настольный. Складной. Он вот так делается. Пополам. И ставится на стол. Год тигра. Это можно было бы и сюда просто наклеить. Хорошо, что хорошо отлепляется. Наклейки.
Взяла вот таких собак. Такие ржачные. И кошки. Светящие наклейки, кстати, пишут. А, тут еще карандаши. Берлинга, 12 цветов. Шестигранные. Вот этот карандаш какой-то странный, смотрите. Сейчас открою, покажу. Прикольно. Слушайте, смотрите. Все странные получается, да, вот карандаш. Берлинга, написано фирма, все дела. Переворачивайте. А тут можете его даже подписать. Потому что я знаю, что некоторые родители подписывают свои карандаши. Прикол? Но я первый раз такое вижу. То есть Берлинга даже об этом позаботился. Вообще крутяк. Ну, это обычно в начальных классах почему-то родители жалуются, что якобы у них там кто-то ворует. Или случайно берут их карандаши без возврата. Не обращала никогда внимания. Может, какая-нибудь новая фишка просто у Берлинга. Супер софт. Заказала конверт для денежки. Новогодний. Вот подходит Новый год, он увеличит ваш доход. Ну, то же самое. Надеюсь, отлепится. Ну, почти что. Но я, кстати, когда выбирала конвертики, долго на эту Деда Мороза смотрела. Мне интересно будет, он четко тут нарисован или нет. Потому что на сайте не очень четкий был рисунок этого Деда Мороза. Ну, так, ничего, нормально. Разукрашка, пони. 56 наклеек внутри. На странице цветной фон. Классно какая. И вот такие наклейки. Кошки. Ну, сколько наклеек тоже. Прикольные. О, взять лабиринт. Причем у пони нет такого. Помоги добраться до клубочка. О, еще конверт, я даже забыла. Подарок на все случаи жизни. Прикольно. Кто там, еноты, что ли? Реально радует, что хорошо отлепляются. Домашние любимцы. Другие домашние любимцы. Да, другие. Прикольно. Вот эти разукрашки тоже были в пищевой пленке, потому что я их заказала две штуки. Тут даже, кстати, можно и порисовать ручкой, продолжить рисовать зеркало. То есть немножко можно тренировать руку к письму. Прикольно. Так ненавязчиво намекнуть ребенку, чтобы начал уже рисовать, чтобы начал уже писать ручкой. Такие тут наклеечки. Прикольные. Так, две. Домашние животные. 16 наклеек. Такие еще наклеечки. Они чуть с блестками немножко переливаются. Чуть-чуть видно. Прямо чуть-чуть вот на крылышке. Раскраска с наклейками принцессы. Фееринки. Такой мультик еще, кстати, не смотрела. И тут уже побольше мелкого. Мелких деталей. И немножко тут уже можно прочитать. И взяла очень много раскрасок вот из этой серии для самых маленьких. Какие-то уже, кстати, заказывала, какие-то первый раз. Осень. Из этой серии, я знаю, лето есть. Вот весну не помню. Видела, не видела. Зима. Для самых маленьких тут. Игрушки. Вот это классное. Цвета радуги. Тут уже можно чуть-чуть и прочитать. Что на картинке такого же цвета, как лягушка. Какой это цвет? Да, наверное, уже для изучения цветов. Чуть-чуть так.
распорядок дня. Наклейки всегда вместе. Тоже прикольные. Шиншилла тут уже. Тут крыски, что ли. Наклей и раскрась. А тут уже обложка такая плотная. Наклейки. Смотрите, и здесь наклейки. Хорошие прям. Тут тоже. Листы поплотнее. Приклей портреты обоих щенков. Аккуратно раскрась картинки, как показано на наклейках. Ну, опять это явно родители будут читать. Ну, прикольные, хорошие. Так, тут у меня получается ручка. Должно быть, скорее всего, Эрик Краузе. Черная. Обычная шариковая ручка. Я заказала такие две кисточки. Вот одно я уже раскрыла. Это какой-то был, не знаю, геморрой, блин. Фирма Артформат Щетина. Такую взяла плоскую. Вторая тоже должна быть такая. У меня руки в замазке. Теперь вот черный. Жестенькая. Ей прикольно листочки рисовать на деревьях. То есть так буквально красочкой. И вот тебе листочки. Вот одну я раскрыла. Это какой-то, я не знаю, вынос мозга, блин. Раскрывать эту кисточку. Больше никогда не буду кисточки заказывать с этого сайта. Ну, что это такое? Я минут сейчас 10, наверное, только потрачу, чтобы раскрыть эту кисточку. Кто упаковывал эти кисточки, пусть он икает теперь целый день. Но это еще более-менее. Легче все-таки распаковалось, чем та, перед этим, которая была. Ну, такая же, да, 0,4, щетина. Тоже были в списке товаров, которые по акции. И последнее, что я хотела показать, это... Я бы сказала, что это какие-то витаминки, таблеточки, но тут написано, что это функциональный корм для кошек, собак, хорьков и грызунов. Контроль неприятных запахов от шерсти и спасти от экспериментов. Состав. Про такие штуки я слышала давно, но первый раз увидела на сайте MyShop. И интересно, неужели правда что-то она там помогает? Производитель Киров. Состав. Ну да, форма выпуска таблетки буквально летом изготовили. 90 таблеток. Двойное действие против неприятных запахов. Снижает неприятный запах продуктов жизнедеятельности, устраняет причину запаха, нарушение в работе желудочно-кишечного тракта. Рекомендуется при проблемах с неприятным запахом, испражнением мочи, лотка, клетки, специфические запахи аммиака и сероводорода. При неприятном запахе из пасти от шерсти кожи, при излишнем газообразовании. Три натуральных компонента, используемые в профессиональных кормах. Эффект после 14 дней применения. Привлекательный вкус. И написано также применение. Ежедневно с основным кормом в течение всего года в дозе. Так, собаки до 5 кг, 3 таблетки. Дозу можно разделить на несколько приемов. Но вот почему с основным кормом, что я так не могу ей дать? Мне кажется, она мне и так ее съест. Сейчас заодно и попробуем, посмотрим. Так-то я на запахи не жалуюсь. Но иногда может быть и спасти. Ну, как сказать, чтобы тебя не обидеть? Но после того, как наша собака ощенилась, откормила щенков, у нее испортились зубы, очень конкретно попортились. И от этого... Иногда у нее бывает такой неприятный запах из пасти, особенно если она дышит очень часто-часто, и язык вываливает изо рта, то есть ей когда очень жарко, это вот летом. Вот такие тут таблеточки. А вот и сам пациент подошел. Мне кажется, она и так их сожрет. Да, Люда? А почему бы и нет, да? Все. Она готова, она села, давайте ей. Так, собака, до 5 килограмм, 3 таблетки. Ну, я думаю, можно одну таблетку ей в день давать, и все. Для эксперимента есть одна собака, Ляхматия. Она как раз поужинала. Садись, сиди. Ляхматик. Будешь такую штучку? Вот тут есть где... Оторвать уголок.
Только я их, наверное, пересыплю. У меня есть коробочка от других витаминов. Она пластиковая, с крышкой. Более будет удобно, чем в пакетах хранить. Пахнет, кстати, как и все ее остальные витамины. Здравствуйте. Че, будешь? Давай лапу. Давай лапу. Здравствуй, Лола, здравствуй. Давай, одну. Вот такая таблеточка тут. Плюм. Не. Зачем вместе с кормом давать, не знаю. Она так и съела. Все, вот сидит, еще ждет. Все, хватит, собака. Одну таблеточку только. Тебе же не 5 килограмм, правильно? Видишь как? Показали, что заказали. И сразу показали обзор вот на вот этот корм. Всем спасибо за внимание. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.